Всем салют из солнечной Доминиканы. Сегодня у меня видео по заявкам. Одна из моих подписчиц просила показать, как чувствуют себя и как развиваются мои псевдорантемумы. Как вы помните, я их выращивала из вот таких маленьких череночков, которые были посажены в самый обыкновенный кокосовый грунт с небольшим добавлением песка. И вот таким красавцем мой фиолетовый рантемум стал. Один из них я высадила в грунт. И вот таким кабанчиком он у меня вырос, стал куститься, разросся. У него шикарные яркие листья. Но это было весной, как я сказала. Ну а летом на нас, как вы помните, напала вот такая вот зараза, такой неприятный паразит. Это улитки. Как вы видите, я не успевала с ними бороться, но все-таки я их уничтожила. Я купила специальные гранулки от улиток. Вот это белые точечки, это не паразиты, это воздушные корешки. То есть в любой момент можно эту веточку обрезать, и она прекрасно уже укоренится. Ну и, как говорится, вы должны знать врага в лицо. Вот такой он противный, склизкий, хотя и мелкий. После затяжной битвы с улитками сейчас мы выглядим вот так, где-то 1,5-2 метра высотой, высокие, красивые, стройные и даже цветущие. Я надеюсь, моя подписчица, и вы тоже порадуетесь за меня и за него также. Так что любуйтесь. А это его рыжий братец, он посажен в горшок, и как вы видите, разница на лицо. Конечно же, разгуляться ему негде, но хотя он такой же кустистый. Листики немного опущены, потому что сейчас полдень, у нас жара. Также они понадкушены теми же самыми улитками, но не так сильно, потому что он у меня стоит на лестнице, намного выше. И у него есть небольшой сосед. Недавно я нашла луковичку, не знаю, кто это, что это, вроде прижилось. Но там посмотрим. Так что вот такие у меня два братца псевдорантемума, один рыжий, другой фиолетовый. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока. Счастливо.